Вот эта вещь классическая совершенно, называется «Три вальса», была написана первоначально для спектакля. И представьте себе, кто автор текста. Ну, музыка-то замечательного Александра Цвасмана снова, прекрасного, невероятного. А вот стихи для этой театральной зарисовки были написаны не больше, не меньше, чем тем самым Виктором Драгунским, который тогда еще не знал, что у него будет сын Дениска, и он напишет Денискины рассказы. А тогда он с такой Ларисой Давидович писал тексты в огромном количестве для эстрады, в частности, для этого театрика. И вот такая вещь – «Три вальса». Студенческий бал, светор праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой, этот вальс я прошу вас со мной. Что да, что нет, в Сокольниках как для кого. В театр иногда с подругой нет ничего. Что да, что нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет, не люблю комплиментов. Не говорите такие слова, я ведь могу рассердиться. Ах, как кружится голова, как голова кружится. А вчера мы позвали друзей на серебряный наш юбилей. Тот же голос сказал мне, друг мой, этот вальс ты танцуешь со мною. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь всей душой. Что? Да, что? Что? У Зины красивые руки? 35 ей? Это бред! У нее уже внуки. И нет, как это я не права, я и не думаю злиться. Ох, как кружится голова, как голова кружится. Тот, кто любит, ревнует всегда, но я знаю, промчатся года. В день свадьбы моей золотой он мне скажет, тряхнем стариной. Что? Нет, что? Да, ну что ты? Какие года? Печень? Ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Да, что? Нет, профессор, ты вовсе не стар, ты молод, в 70 лет, а я, чем мы не пара? Помнишь ли юности наши слова, им никогда не забыться?